уважаемые родители выпускников детских садиков. Рано или поздно перед вами станет вопрос, что нужно сделать что-то памятное о тех годах, которые ребенок провел в стенах детского садика. Делают альбомы, делают планшеты. Планшеты – это то, что вы сейчас видите. Планшеты – это альтернатива альбому, компактная альтернатива альбому. Она достаточно добротная, красивая, интересная. Состоит из двух жестких обложек и качественная печать внутри. Внутри обычно это фотографии деток и воспитателей. На задней страничке можно расположить две коллективные фотографии из жизни детского садика. Фотографии могут быть разноплановые. Допустим, одна в помещении там, с какого-нибудь утренника, другая там, на улице. Ну и, конечно же, на главной страничке фотография выпускника.